И снова здравствуйте, уважаемые наши подписчики, зрители, покупатели и партнеры. Сегодня на нашем канале Булаточка.Инфо очередной видеообзор мотоблока Motor Sich 9DE для нашего подписчика по услуге доверия. Он отправляется в ПГТ Петра Павловка, а подписчика зовут Петр Егорович. Петр Егорович, вот ваш мотоблок, вот ваш комплексный заказ. Ну и с вашего разрешения мы начнем этот видеообзор четверостишьем, которое тоже от нашего подписчика мы немножко перефразировали. Ну и давайте послушаем его. Motor Sich облегчает людям жизнь. Согласны с этим? Напишите в комментариях. Он и пашет. Вот такой оборотный плуг. Он и садит. Вот такой модуль. Он и окучивает, вот такая рама с окучниками. Он и убирает, он и баранует, он и снег убирает. И с помощью вот этого сцепного все это цепляет. И, конечно, фрезерует и использует вот такую раму навесную. И вот такое четверостишье мы рассказали, потому что действительно Motor Sich — это мотоблок, который позволяет решить весь комплекс услуг, которые необходимы для настоящего хозяина на его земельном участке. И сейчас по услуге доверия мы вскроем упаковку мотоблока Motor Sich 9DE. Вот ваш мотоблок. Сегодня пятница. Надеемся, мы успеем, ничего нам не помешает. И сегодня ваш заказ уедет. Рабочий день в полном разгаре. И мы с вами сейчас будем присутствовать на проверке мотоблока Motor Sich 9DE, то есть что входит в услугу доверия. Услугу доверия мы для наших заказчиков и подписчиков показываем визуально их заказанную технику, показываем серийный номер редуктора и, соответственно, покажем серийный номер двигателя. Эти все данные, они вписаны в пакете документов, ну и в гарантийном талоне завода-изготовителя Motor Sich. Дальше мы показываем его целостность, мы проверяем наличие технических жидкостей, затем мы произведем запуск, и уже наш заказчик будет с уверенностью ожидать свой мотоблок, понимая, что он проверен и готов к использованию. Ну а пока ребята занимаются проверкой распаковкой, я немножко пробегусь по вашему заказу. Уважаемый Петр Егорович, вы заказываете, вот видите, заводской оборотный плуг, вы заказываете посадочный модуль производителя нашего партнера компании Агромарка, заказываете вы вот такой окучник стреловидный, тоже заводской, завода Motor Sich, вот он так выглядит. Как бонус вы получаете вот такое сцепное устройство. Этот вопрос вы тоже говорили с менеджерами. То есть у нас в бонусе идет другая сцепка, но мы можем дарить и такую. Она адаптирована к заводскому навесному оборудованию и к навесному оборудованию нашего партнера. Вы вот такую борону заказываете. Она идет вот с таким дополнительным креплением. Это крепление позволяет использовать эту борону и на других мотоблоках. Дальше идет вот такая снегоуборочная лопата или лопата, которая... Я вот с этой стороны покажу. Эти вот сцепочка, такая ребра жесткости. Затем идут вот такая навесная рама. Она правильно называется рама навесная RNU1V. То есть она с долотьями, с отрельчатыми лапами. И, конечно же, ни один мотоблок Motor Sich в принципе не используется без активной фрезы. И я вам сейчас вот покажу вот ваша заводская активная фреза, которая тоже идет в комплекте. Ну, в принципе, по вашему заказу я пробежался. Вы можете все это посмотреть. Напоминаю, мы находимся на канале Булаточка.Инфо. Канал Булаточка информирует своих заказчиков, подписчиков с тем товаром, который они заказывают у нас. Ну, а обычным зрителям и обычным нашим подписчикам мы показываем, насколько важно доносить вот те
ценностей и те знания, которые мы имеем. И на сегодняшний момент ни одна покупка, и нам это очень приятно слышать, не проходит без вот такого онлайн-тестирования мотоблока. Или, конечно же, наши региональные покупатели приезжают к нам в офис, записываются на тест-драйв, и мы все это проверяем. Мотоблок Motor Sich 9DE укомплектован двигателем Weimo 186 FBE. Он идет с электростартером, полным пакетом электрооборудования. Вот такой аккумулятор стоит. Здесь мы видим замок зажигания, включение скоростей, ну и, соответственно, сцепление, обороты и стоп двигателя. Давай сейчас проверим масла. Проверка масел — это тоже неотъемлемая часть услуги доверия. Так, есть. Масло в двигателе есть. Уважаемый Петр Егорович, надеюсь, вы посмотрите этот видеообзор и напишите пару слов об увиденном. А потом, конечно же, когда товар к вам доедет, нам бы тоже очень хотелось, чтобы вы сообщили о своих эмоциях, о своих пожеланиях, если вдруг что-то, ну, вы посчитаете нужным, что нужно делать по-другому. Так, все, масло есть. Ну и сейчас, уважаемые зрители, уважаемые ценители техники Motor Sich, уважаемые ценители техники Weimo, я думаю, сейчас всем будет интересно посмотреть, как в живом эфире, то есть без всяких монтажей, происходит запуск двигателя Weimo. Уважаемый наш заказчик, когда к вам техника приедет и вы будете пользоваться, не забудьте обязательно сюда долить масло. Здесь все, в принципе, написано. Здесь мы сюда масло не доливаем. Ну и вот, уважаемые зрители, я думаю, моих слов уже здесь. Сейчас, давай я ножку уберу. Мои слова здесь неуместны. Вы сами видели, как запускается техника Motor Sich. Ну и сейчас мы проверим все скоростя. Мы проверим, чтобы сцепление было не слипшимся. Мы покажем, что работают бортовые редукторы. Здесь они стоят по обе стороны колес. Вот они. Которые позволяют разворачиваться мотоблоком на одном месте. И вот, уважаемый Петр Егорович, для вас мы показали весь перечень навесного оборудования, которое вы заказываете. Мы проверили ваш мотоблок Motor Sich 9DE. И хочу напомнить многим нашим зрителям, насколько важно быть нашими подписчиками. И вот сейчас вы получаете от нашей компании, от нашего канала, вот такой набор Stanley Fat Max, так как вы являетесь нашим подписчиком. И надеемся, этот мотоблок будет вам служить исправно. Ну, а те, кто еще не подписался, я рекомендую подписаться на наш канал, получать консультации, постоянно с нами находиться онлайн. Напоминаю, что ценностью нашей компании, самое главное, является то, что, заказывая технику в нашей компании, мы ее не просто продаем, мы даем вам возможность быть с нами постоянно. Сколько будет у вас этот мотоблок служить на протяжении одной руки, мы сможем вас все это время консультировать. Будут какие-то вопросы, конечно, извините, звоните, пишите. И, соответственно, будете получать дополнительные скидки и бонусы. Ну, все.